я вернулся. Эй, ты видел? Круто. Столько всего, Эйден. Ага. Но нам надо все перебрать и найти имя. Да уж, повезло. Потому что здесь до хрена имен. И за каждым водятся грешки. Алчные копы, богачи, клуб и все благодетели тут же. Ирак хотел шантажировать весь город. Угу. А это тоже с сервера? О, черт! Нас кто-то взламывает! Он все потрет! Отрубите его! Срочно! Что будем делать? Отследи сигнал. Найдем источник, сможем перекрыть доступ. Быстрей! Блин, кто это был? Ну да. Дефоб. Недоносок. Кто это, Клара? Он тебя знает. Джозефа, я не знаю. Включаю. Разыскать их было несложно. Двое. Один хакер, второй устранитель. Насколько я поняла, не встречала их раньше. Я объясню. Я хотела сказать... Умница. А теперь имена. Им причинят вред. А тебе какая разница? Кажется, я плачу не за лишние вопросы. Дэмиан Брэнкс и Эйден Пирс. Эйден, кто-то влез. Клара. Эйден, он сотрет все нахрен. Надо его остановить. Эйден, ну же! Готовьтесь, вырубаю питание! Эйден. Кто это? Говори же. Знала бы, сказала, клянусь, Эйден. Прости меня. Иди к черту. О, черт. Можешь засечь? Да, сделаю. Сукин ты сын, давай! Давай, ну! Давай, чтоб тебя! Куда ты? Нехилый такой у этого ублюдка вирус. Сохранил себе все данные и потер их из наших систем. Четко знал, как нас вырубить. Не перезапустим второй сервер, дефолта не видать. Нет его, нет файлов. Я пойду. Не-не-не-не. Давай я. Я не против запачкать руки. Знаешь что, Эйден? Дэмиана придется еще немного помариновать. С ним разберусь. Закончу, позвоню. Держись, Амиго. Этот крысеныш только что нарвался. Ну где ты? Обещаешь, обещаешь, а потом тишина. Ни звука. В этот раз встреча будет личная. Как старомодно. Есть что-нибудь для меня? Увидишь. Эйден, ну раз так, место выберу я. Насилие в Росифремонт. Район сотрясается от стрельбы и взрывов. Конфликт все больше ожесточается. Говорят, что банды применяют военное оружие. Мэр Рашмор дал спецназу приказ о штурме. Я искренне соболезную всем гражданам, пострадавшим от рук головорезов. Обещаю жителям Росифремонт, я ликвидирую угрозу. С помощью сети ОС... Полиция может точно обнаружить, где хранятся большие запасы оружия. Предупреждаем преступников. Вам от нас не скрыться. Гляньте на козла!
Скидка 70%. Налетайте все. Вы прилично сэкономите. Данных у меня нет. Дэмиан поймет это сразу же. Но может, это и к лучшему. Он обещал отдать Блюм все, что мы нашли, включая компроматы Рака. Да, он сам загнал себя в угол. Ты не принес файл, и я не привел сестру. Как предсказуемо. Ты спелся с Блюм. Кто тебе сказал? Попал ты. Пойми, сделка без Харда — ничто. Что ты им скажешь, а? Ничего не забыл? Один звонок, и твоя сестричка умрет. Ну, звони. Я почти купился. Подумай сам, Дэмиан. Выбора у тебя нет. Убьешь Ники, и конец. Думаешь, Блюм, от тебя отстанут? Нет, тебя убьют, поверь мне. Так что сейчас я решаю твою судьбу. Дай поговорить с Ники. И снова мы партнеры, Эйден. Как ни крути, мы нужны друг другу. Эйден? Ники, как ты? Мне страшно. Скажи, что Джексон цел. Жив-здоров. Ники, мне так... Знаю. Прошу, не дай им... Знаешь что, Эйден? Хватит держать меня за лоха. В следующий раз придешь без моих файлов, она умрет. Черт, он же не смотрел на телефон. Где телефон? О, это же его еще! Спокойствие. Не приближайтесь к пирсу. Он вооружен и опасен. Вот черт. Дэмиан взламывает билборды. Вот, фургон WKZ. Нужно его отрубить. Замечен мститель. Воздержитесь от поездок в центр. По данным следствия, он действует несколько месяцев. Он агрессивен и неуравновешен. Что ты можешь мне сделать? Много чего. Помнишь свои фокусы с CTOS? Я наблюдал за тобой и кое-что усвоил. Показать, что я могу. Да, тут всего подарки не пожелаешь. Открываю огонь.
сигнал не остановится. Тарань его! Йорк, на помощь! Патрульный пилот идет в погоню. Я ребутнул эту хрень. Так что с бункером все будет окей. Я говорил с Ники. С сестрой? Как она там? Мы ее спасем. Я знаю, как ее найти. Слышал что-то на заднем плане. Довольно глухо. Вроде объявления. Имя или место. Сможешь почистить звук? Разобрать, что говорят? Вообще я не спец в таких штуках. Но скинь, что есть. Что-нибудь придумаю. Ладно, я двигаю в бункер. Нет, 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 нет! Есть еще дело. Не поверишь, что я нашел. Гнездышко дефолта. Вернем то, что он у нас украл. Мы нашли дефолта. Теперь надо все вернуть. Он может продать компромат Ирака или выложить в открытый доступ. Если это произойдет, мне конец. Что я тогда предложу Дэмиану? Тибон хорош. Окружить дом. Он там. Ты? Мне не рады. Бросай железо, надо выбираться. Черт, прости, детка.
На него работают устранители. Не знаю, что там за защита, но нас засекли. Шустро примчались. Не рыпайся, я тебя вытащу. Кстати, нашел еще кое-что. Кроме этого прототипа. И где он его взял, блин? Черт, мне бы еще хоть 10 минут. И что это? Что ты там нашел? А, дыру. Лазейку я там нашел. Он таскает данные с собой. Ну, в кармане. Перестраховывается. Но это не так умно, как ему кажется. В смысле? Найдем его, получим данные? Он и не прочухает. Хочет обойти Реймонда Кинни. Да он тупо не шарит, с кем связался. Не расслабляться. Боже, мне срочно надо выпить. Кто там шастает? Не хочу, чтобы меня грохнули, как гангстера в старых фильмах. Твою мать! Охренеть! А? Оттуда звук был. О! Вижу подозрительный объект. Разберемся, что к чему. Ну что, как? Еще громче. Ого! Громко! Эй, это чё? Ну, даёшь! Может, тут ещё кто-то? Какой-то бардак тут творится. Не расслабляться. Ну, даешь. Рано расслабились. Хватай тачку и вали отсюда. Позвоню, как оторвусь. Пулю не схвати. Да, вот что забыл сказать. Пока торчал в норе дефолта, просек, что он тоже шарахается по CTOS. Где-то нарыл доступ. Короче, это явно наш клиент. Черт! Подрезай! Нам нужны все доступные силы! Давай! Давай живо, за ним! Столкни с дороги, давай! Нам бы подмогу! Он бросил тут тачку. Пушку он выбрал.
вышел из тачки. Тарань его! Да где он? Он ушел! Забудь! Он ушел! Что-нибудь от Dot Connection? Чикаго каждый о нем слышал. Но раз ты в курсе, чем бы это ни было, Дефолт тусуется там. Что-нибудь еще? 6 гигов отборного лесбийского порно. Поделиться? Не сейчас. Амброзия. Раньше мы ходили сюда в кино, а теперь просто клуб. Дефолт наверняка про нас знает. Да, и наверняка ждет меня.
has left the building. Главное не отстать, а то, может, Тибон все вытянет. У дефолта есть какой-то нехилый дешифратор. Эти твои штучки могут глючить. Ты полегче с ним, иначе плакали данные. Он уходит. Выманивай! Сейчас засечем! Скорей, хватай! Вставай, вот так. Я влезу в его файлы, он и не заметит. Поехали. О, черт, ты в курсе, что у него там? Кое-что знаю. А что? Там весь город. Деятели профсоюзов, чиновники. Тут липовые контракты, взятки. А это что? Сет-чаты и онлайн-шантаж. Стоп. Да тут... CTOS! Ирак зря время не терял. Нехилая база данных. Кажется, эти ребята с помощью CTOS мухлевали на выборах. Протащили своего Рашмара в мэры. Мэр Чикаго подставной. Вот так сюрприз. Как они это сделали? Какой-то дикий код. Прямой подтасовки не было. Ничего не понимаю. Грязного белья. Мечта шантажиста. Качаю дальше. А что именно мы тут ищем? Видео. С одной женщиной. Она мертва, но именно из-за этой записи начали преследовать меня и мою семью. Скажи, что мы все нашли. Вроде бы да. Как минимум то, что нужно этому психу. А ту женщину, хоть одно видео с ней есть?
Не, чел. Я лично не находил. Уверен, что оно у Ирака? Нет, но он хотел его стырить. У кого?